Свои двери открыла не только администрация, но и предприятия городского округа. Сотрудники «Энергомаша» рассказали школьникам о тонкостях своей работы и даже показали, как устроена ракета. Дети в восторге. Больше всего приглянулись мне ракетные двигатели. Я узнала, как используются ракеты, какие стадии они проходят и как строятся модели ракет. Химкинские школьники узнали и о работе дизайнера, как расширить пространство и грамотно его обустроить. Секреты профессии открыли сотрудники Икеи. Цветы придают уют любому помещению. А где лучше всего узнать о растениях, как не в питомнике Вашутина? Именно там школьникам показали, как разводят цветы, ухаживают за ними и выводят новые культуры. Посмотреть на это своими глазами, посмотреть реально не в кабинете, не за столом, не на презентации, а непосредственно в поле. Вот поэтому, конечно же, мы предпочли пригласить детей сюда. Совсем другими глазами школьники увидели парк имени Льва Толстого. О рабочих буднях рассказали его директор и сотрудники. Ребята узнали, как здесь проводят крупные городские фестивали, сколько нужно сил, чтобы парк всегда был чистым и радовал химчан своими аттракционами. Особая гордость зеленой зоны – музейный комплекс. Я бы никогда не подумала, что столько людей участвуют в развитии нашего парка и, собственно, музея тоже. Кем станут в будущем, некоторые школьники уже определились, а те, кто еще в поиске, смогут попробовать себя в других специальностях. Такие экскурсии постоянно проводят Химкинская торгово-промышленная палата и Общественная палата городского округа. Алена Беляева, Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, Служба новостей,